Меня зовут Ирина Маркелова Агапова. Не надо просто так регистрироваться в мою команду. Для тех, кто не готов вкладывать в рекламу как минимум 50 рублей в день, тоже не нужно идти в мою команду. Ленивых попрошу оставаться в своей зоне комфорта с вашими долгами и кредитами. Вам дают возможность, хватайте ее. Проекту 5 лет. И все легально, хватит бегать по лохотронам. Оставляйте свою наемную работу, ведь в ней вы зарабатываете себе болячки. И дай вам Бог дожить до 60 лет, хотя пенсионный возраст сейчас увеличивают до 65 лет. И не каждый доживает до 65 лет. Человек умер, но всю жизнь отчислял в пенсионный фонд. Где справедливость? Откладывайте себе на пенсию сейчас, передавайте благотворительную эстафету и каждый месяц откладывайте себе 10% вашего дохода, к примеру, в банк, в Сбербанк, в Альфа-банк и так далее. Советую вам подключить еще копилку. Сначала 500 рублей в неделю, потом, если тянете, 600 рублей в неделю. И так вам будет начисляться пенсия. И подключить еще капитализацию процентов. Далее. 10% ежемесячно от вашего дохода инвестируйте. Я инвестирую в хэшплеи, кому интересно. И мне каждый день начисляется 8 долларов. Посчитайте, сколько это в месяц. Далее. И 10% своих доходов отдавайте бедным, либо родителям, либо кому-то еще. Это очень важно. По законам Вселенной, если вы отдаете 10%, вам это возвращается в несколько раз больше. Сейчас я отдыхаю 3-4 раза в год. Беру с собой ноутбук под мышку, в отеле запускаю роботов и нежусь в теплом море, в теплом песочке. Не об этом ли мечтает каждый из вас? Так берите и делайте. Регистрация будет под этим видео. Если вы готовы пахать и выполнять наши задания, в итоге через год вас ждет 1 000 000 рублей. Поэтому, пока есть возможность, пользуйтесь, хватайте быка за рога. Регистрируйтесь по ссылочке, которая будет под этим видео, и начинайте уже действовать. Не надо никого ждать, не надо бегать по лохотронам, не надо обогащать какого-то дядю. Исполняйте свои мечты, это ваша жизнь. Посчитайте, средняя продолжительность жизни 65-70 лет. Умножьте на 365 дней. Это мизер. Вы должны каждый день использовать с пользой. Исполняйте свои мечты, а не какого-то дяди. Желаю всем удачи, желаю процветания. Используйте каждый миг, наслаждайтесь каждым днем своей жизни. Желаю счастья, ведь только счастливые люди делают деньги. И помните фразу «Happy people make money». Так и переводится «Счастливые люди делают деньги». Кто говорит не в деньгах счастье, наверное, а в их количестве. Всем пока!